Блин, я вынужден пустить жесткие навыки какие-то. Вот я не знаю, насколько демон жесткий. Повезет, если он просто залагает. Ну, супняк огнем каким-то дышит. Ну, что вам сказать насчет жесткости демона? Не, может, по урону не жесткий. Но пока что-то я... Жесткость только... Не, что-то я сомневаюсь. Ого. Тихо, тихо. Демон. Демон. Серьезно, это все? Я думал, не. Сыны тут без вас. Что-то думаю, сейчас еще один демон какой-нибудь, или я хрен знает, спать. Да, я походу знаю, кто на третий раз спать. А что здесь? Нихуя? Погнали. Слушай, как, мне кажется, блин, или демонов с Half-Life в целом, да. Лицо просто как какой-нибудь хэдкрабе. Серьезно, это все? Допустим. Вообще не спорится. Вопрос. Да, угадаю. А не. Уже шаман. Уже шаман. Я что-то думал. Неверный в храме повелителя. Будь же проклят! Блин, почему? Проклят. А ты в чем какой магии присутствует? А, это странная молния. А нет, все, не бьется. Говнюк не бился. Блин, сохранился мне в том комнате. Не надо. А все равно они легкие вообще все вот эти шаманы, они какие-то лошары, еще я не могу там. Хорош. Да, ну как всегда. Хоть мне никаких уже посохов. Пацаны, я к вам. Мои хорошенькие, идите, я к вам приду. Ро, мужики. Все, пошлите. А куда идем? Кстати, реально, а куда идти? У меня типа вариация есть. Видите, мы сможем выйти. Окей. Идем влево. Подожди, что? А можно я свет включу? Спасибо. Что-что-что? Слушай, я тут, кстати, долго не осматривался. Но тут что-то жесткое есть. Вон эликсир, к примеру. Факел. Друзья, это что за череп? Это типа спаун. Окей. Ладно, погнали к месту, где были решетки. Так, почти на базе, так скажем. Поймай скелеты, как всегда, куда-то тупанули и не пошли со мной. А куда идем? Ну, погнали изучать. Я здесь еще ни разу не был. Ты закрыты какие-то двери. Погнали сюда. Сначала. Какая разница, куда пойдем? Ползунчик. Лох. А что тут вообще есть? Где здесь был? Это... Подожди, здесь был. Допустим, если здесь был, где мои скелеты. А веди-то тупят. Но здесь, походу, был.
Но здесь просто была до этого решетка закрытая, я не знаю. Почему персонаж плохо прыгает? И он не прыгает. Плохо, когда через раз реагирует. Такое все. Допустим, а что дальше? А то все закрыто, кстати. А, нет, тут не все, тут это что-то. Ой, бля. А оно не шипами все это случайно дело. Нет. А просто похоже, как будто все шипами. У, жесть. Видите? Как будто я не знаю. Даже что сказать мне. Стоп, что? Ты кто? Допустим, подожди, что-то... Окей, там какой-то чувак, я понимаю, там даже приложение сюжета. Допустим. Где я был? А, я сюда пришел, да? А, мы бы все равно сюда попали. А там дверь закрыта, я как понимаю. Ну, если мы сейчас с сюжеткой будем дальше идти, это хорошо. Будем ходить за... А не, подожди. Да в другая все равно комната получается. Горбоба. Тебе еще повезло. Убери оружие. Убери оружие. Помоги мне сначала, убери оружие. Горбоба. Смысл Горбоба. Какой нахуй Горбоба? И мои скелеты, алло. Че я не нужен сказать? Каких-то спавнил вообще. Никакой пользы, блин. А минус один. У меня еще один. Знаете, почему Горбоба? Ибо и Боба давай. Тебя здесь никто не ждет. Проваливай! Ты что такой грубый? Уж не собираешься ли ты остановить меня? Да, я остановлю тебя. И ты не сможешь помешать господину Голому готовиться к пробуждению спящего. Он же орк. Не пытайся убить меня. Сам Верховный Жрец передал нам часть своей силы. Теперь мы бессмертны. Это мы сейчас и проверим. Во-первых, я сохранюсь заранее. Во-вторых, если... Не, это не в счет. Валим. Валим сначала. Так, это отступление, если что было. Если теле... Блин, ну у меня нет четвертого... А у меня есть четвертого... А, это у меня шар. Говно было. Мне же я бы хотел сказать, но я им так сильно не пользовался. Может, он был бы хороший был. А он жесткий этот горнобар. Горбоба вот этот. Бля, вообще урон не идет. У меня есть одна шняга. Я не знаю, что это сработает. Мне просто интересно. Тоже я чисто проверить хочу. 8 ледяных стрел уберем. Их еще имею много. А вот это есть. Может, она сработает. Слышь, Биба. Ну шо, Горбоба?